На календаре уже зима, но наши волосы по-прежнему продолжают падать. Какую процедуру выбрать, чтобы волосы вновь стали здоровыми, шелковистыми и сияющими, знают специалисты Медозур Медспа. Туда и направляется наша героиня. Медозур Медспа нашей героине предложили суперпроцедуру по восстановлению волос Эко Бьюти Фарм. У нас есть запатентованная программа. Она называется Эко Бьюти Фарм. Ее лучше проводить осенью и весной, тогда, когда вы сталкиваетесь с проблемой выпадения волос, тогда, когда есть такая проблема, как у вас. На сегодня я заварила отвар трав, который поможет бороться с проблемой жирности кожи головы и поможет их напитать и сделать более увлажненными, так сказать. Тогда мы начнем процедуру. Я вам желаю насладиться ей, потому что процедура будет длиться около полутора часа. В конце я вам сделаю укладку, и вы сами увидите, насколько изменятся ваши волосы. Чудодейственная процедура проходит в 6 этапов. Запах стоит волшебный. На первом этапе наносим маску, в состав которой входят травы, минералы и масла. Выдерживаем под вапоризатором для того, чтобы маска под воздействием пара могла проникнуть глубоко в кожу. Смываем маску, так как в маске присутствуют мелкие крупинки, делаем легкий пилинг головы. После пилинга наносим специальную настойку, которая будет стимулировать рост волос и предотвратит их выпадение. Кровообращение в коже головы является одним из главных факторов, необходимых для максимально естественного роста волос. Релаксирующий массаж головы помогает дополнительно стимулировать кровообращение и тем самым воздействовать на ускорение роста волос. После массажа поливаем волосы настоем трав. Настойка вязкая и обволакивает каждый волосок, что дарит волосам надолго ощущение увлажненности. Завершающим этапом является полив лимонной водой. Лимонная вода закрывает чешуйки волоса и оставляет их в таком волшебном состоянии надолго. После процедуры Эко Бьюти Фарм, которая мне была проведена в центре Медозур, мои волосы стали абсолютно другими, и я хотела бы поблагодарить. Ощущения совершенно другие, и выглядит по-другому, и чувствуется по-другому со всеми. Реально большое-большое спасибо.